Всем привет, друзья! Купил себе такую вот пушку, гонку, ракету китайского производства. Ветерок дует. В общем, сейчас открою и сяду. В двух словах расскажу, что это за автомобиль. Черри, как он там, амулет. Черри амулет 2007 года купил. То ли на перепродажу, не знаю, то ли себе оставлю. Комплектация максимальная. Кондиционер, гидроусилитель, все стеклоподъемники. Правда, работают только передние. Вот, бардачок продавец обещал отдать. Он снятый. Проблемы с двигателем. Что точно, я пока еще не понял, но хозяин говорит, что пропадает давление масла. То есть она работает, двигатель прогревается и пропадает давление масла. Они что только не делали уже, и расточили коленвал зачем-то. Вот, изначально на ней ездили 8 лет, все было хорошо. Потом начала жрать масло. Разобрали двигатель, поменяли кольца. Вот, несколько месяцев поездили, и началось пропадание давления масла. Меняли, говорит, масляный насос. Значит, расточили коленвал, поменяли вкладыши ремонтные, поставили, не помогло. Все равно машина какое-то время едет и типа загорается лампочка давления масла. Вот так вот. Так что буду разбираться. Взял машину в немного разобранном состоянии, потому что хозяева ее делали и, короче, устали делать, решили ее продать. А дедушка, который на ней ездил, взял кредит, купил себе другую китайскую машину Черри Индис. Вот, а эту, собственно, я забрал. Вот она, без воздушного фильтра. Тут генератора не было, я вчера накинул, потому что пробовал проехать на ней. Так. Вот так, не затянуто ничего особо. Просто для проверки. Клапанная крышка не прикручена, как оказалось. С нее масло ручьем тоже течет. А вот она на двух, на трех болтиках закручена. Вот, сейчас это сниму. Все надо закрутить. В дальнейшем надо помыть двигатель. Поставить воздушный фильтр. И, собственно, я еще ни разу... Вот я вчера прокатился по деревне на ней. Прогревать ее пытался, там что-то делать, и ни разу у меня не получилось это, чтобы давление масла пропало. Вот, в общем, так машина работает. Вот она, запуская аккумулятор. Так, стой, выключись. Музыка родная, еще Черри стоит. В принципе, она работает, заводится хорошо. Но разокомплектована подкапотка, надо укомплектовать, поездить, посмотреть, что там, как давление пропадает, ну и уже искать причину, потому что я пока не увидел, что происходит, не могу, в принципе, адекватно оценить, куда залазить. Вот сейчас запущу ее. Елена Айпинская и Мария. Заводится вообще, в принципе, без проблем. Работает тоже относительно неплохо. Если у кого-то китайцы там есть, почему лампочка перегрева сразу загорается? Температура еще на нуле, а вот эта красная лампочка перегрева загорается сразу. Вот тоже непонятная тема. В общем, с этим всем буду разбираться. Такую вот машинку взял. Кому интересно, буду, может быть, продолжение по ней снимать. А так, вот такой вот небольшой обзорчик. У них цены такие разные, там начинаются типа от 70 тысяч и заканчиваются 150 тысячами за 2007 год. Здесь немножко подгнивший порог, потом вот здесь жуки небольшие, а так она по кузову ровненькая, ее помыть надо. В принципе, неплохая. О, стекло опустилось. Ну ладно. Резина передняя новая стоит абсолютно. Задняя такая разная маленько. Так ровненькая вся, вся оптика целая. Фары полирнуть надо. Там что-то там-сям по мелочам сделать.
с кондишкой, с гидрачом. Как бы за эти деньги, я считаю, в принципе, вообще нормальный аппарат. Вот, в принципе, на ходу, на литье, если что, даже по запчастям продать можно. Но я ее сделаю. Вот, и как бы либо продам ее подороже, либо вообще сам кататься на ней буду. Еще пока не определился. Ну, такой вот краткий обзорчик на то, чем я занимаюсь. Видите, стараюсь брать в руки камеру, не лениться и хоть что-то вам снимать. Все, всем огромной удачи, до новых встреч, пока-пока.